Приветствую, смертные! С вами Павел Первый, и у нас очередная потасовка в Хардстоуне. Только Ара. Тенетники — это давно не модно, а вот Ара. За ними будущее. Вступите в войскауды из 23 самоцветных Ара и 7 случайных классовых заклинаний. Так, под это нам подойдет... Ну, наверное, Хантер. Хотя у него и, конечно, набора нет, но это уже другая история, да ладно. Ну что ж, давайте начнем. Давно мы не играли в ХС-ку. Теперь поиграем. Ну, собственно говоря, тут недавненько анонсировали приключения. И да, это теперь приключения. Рексар и Валира. Это приключения. Короче, когда они все договорят. Начнется охота. Короче, это приключения, а не данж. И это довольно удивительно и неожиданно со стороны Blizzard, хотя, впрочем, давно уже было пора, да, вернуться, так сказать, к истокам. Я очень рад, что это будет в формате приключений, но не стоит, конечно, слишком сильно радоваться раньше времени. Еще непонятно, что они сделают, но, впрочем, уже меня радует то, что здесь наличествуется линия, две сюжетные линии в сторону Леги... Следователей и Лиги Зла. Что из этого выйдет, посмотрим. Пока я, конечно, не буду кидаться с вами голову и предзаказывать это дело. Посмотрим, что они еще покажут. Еще времени полно подумать, может, и даже поднакоплю. Хотя непонятно, по идее, сколько там крыльев будет, платных и бесплатных тоже. Так что ждем, надеемся. Будем ждать. Надеяться, что Blizzard сделает хорошее приключение в духе старых. По крайней мере, хотя бы в духе старых, если сделают, это уже будет здорово. Но это может, конечно, и не очень все. Посмотрим, подумаем, посмотрим. Будем надеяться, что Blizzard сделает все круто, и тогда, возможно, я даже поддержу их денежкой. Но это не факт абсолютно. Доверие они еще, конечно, никакого ко мне не вернули. Поэтому раньше времени никаких выводов не делаем. А, ну еще, кстати, помимо этого, там будут и картонки. То есть это прям вот самое-самое классическое приключение. То есть ты покупаешь крылья, проходишь, тебе дают карты. Это круто. Ну, еще, конечно, в совсем классическом варианте приключений были испытания. Интересно, вернут ли их, но это уже, наверное, они тут большие сомнения. Хотя кто его знает, черт возьми. Там где-то 50 с лишним карт. Показали где-то 4 из них. Ну, там, конечно, так, филлеры в основном пока что... Чтобы лишь бы показать, что вот есть у нас карта, да, ребят. Не волнуйтесь. Так, шо. Как я уже миллион раз сказал, ждем и надеемся. А пока вернемся к потасовке. Здесь у нас ары, как и было тонко подмечено в описании потасовки. За место тенетников они пришли. Свежая душа. Охренеть просто. Так, ладно. Тут Теомп нужен. Таун, спаси меня. Крал вообще тоже сюда не вписывается. Этот просто как статы нормальные. Дракончиков не будет, скорее всего. Такая себе, конечно, рука. Блин. А у него одни ары, конечно же, приходят. Или он просто их не выпускает, не знаю. Так, ну там, не знаю, вдарь в меня, что ли. Нет, не хочешь.
очень много единиц. Ой, надо под активным секретом было Генку активировать. Это, конечно, глупо я поступил. Очень глупо поступил. Надо было Ген играть сразу. Ауч. Да ты... Он меня сразу опозорил. Сразу. Я не могу это сделать. Я тебя уважаю. Понятно. Надо забивать свой столешник. Конечно, комбат с этим это что-то с чем-то прям. Да ты охренел, чудак. Чей маскировка? 6-8-10, ну пока не летал, конечно, но все-таки. Карсон не меняется, а? Сколько времени прошло? До сих пор. Работает по тому же старому бесячему принципу. Завести нормальный рук противника, чтобы все круто было, я тебе чего ни хера бы, вот, чтоб ты бомбил во всю и донатил, да. У меня такие большие зубы. Офигеть просто. Я дал уже 4 существ пробафать. Офигеть. Еще так четко зашло именно с предсмертными хрипами, а? ГГ. Чую, я тут уже ничего не сделаю. Так много вариантов. Конечно. Короче, сейчас посмотрим, что придет, и я леваю, потому что, извините, но... Так, вот тут даже лета уже следующим ходом, по-любому. И вот тут, вот, что бы я такого... Тут нет ничего, что меня спасет. Волна огня меня спасет. О, ну, конечно же, мне попалась пронырливая ласка. Из всех 17-18 карт колоды мне попалась пронырливая ласка, да. Видос. Хорошая игра. Я сдаюсь. Даже не вздумай мне что-то говорить. Так, дубль 2. Что у нас еще хорошо? Синергия, хиерергия. А пофиг на эти синергии. Друид у нас вроде неплох со зверьми, поэтому будем друида брать. Что там под него есть? Лунара и Рексар. Начнется охота. Природа вполне может постоять за себя.
Блин, как же давно в Хардстоун заходил, что этого поля не видел. Либо они прям адски секретные. Заруинил я, наверное, себе камбу с этим. Для этого, конечно, с своей стороны разыграть кое-что сейчас. У нас такой возможности нет. Это чтоб быстрее тебя съесть. Как удачно ему попалась именно бабушка, да. Вот именно она, еще дополнительно хрипа он разыграл. Просто... просто случайное грёбаное совпадение. Никак иначе. О, ну мне-то она зачем теперь? Еще и краба мне дают. О, добрый богосы набор существ. Черепаха это. Какой погоды мне это не сделает? Быстрее тебя съесть. У меня какие большие зубы. Хлебом тоже можно было бы сыгрануть, но, блин, а что из руки выкидывать-то под этим хлебом? Типа попытаться рашнуть. О, ну конечно ему. Сейчас еще будет 7-7. Слушайте, мне вот это что такое? Мы же нормальных существ, а? 8-5. 5-5 бабл, 5-5 не со ветра. Классика. И что мне с этим делать? Не ответить нечем ему. Конечно, все, лицо типикал хант. Мозгов 0. Он не будет с рывком, в этом и проблема. Давай, что-нибудь дай. Что ты мне даешь, а? Придется принять 10 урона. Он еще заполонит стол. Как этот огонь выключить? Он ли он намеренно горит? Сам собой в лицо пошел. Как же он может пойти иначе? А, это морок. Логично. Беги!
Окей, я потратил свое заклинание. Надеюсь, оно того стоило. Потому что у меня и карт нет теперь. Ну, нафига карта, конечно. Один этот говнюк за 4 всю погоду ему сделал. Ой, ну скажите еще, что у него летал сейчас. Охренеть. Это, конечно, не летал, но тоже обидно. Так, адаптируйся. Мистерство возьмем. Атаки. Задача еще тоже не очень подстать под мой билд. Он убьет по-любому этого 8-6 сейчас или огородится от него, как-то он секрет поставил. Ну вот, конечно, мартышка. Сначала играть это. Да, в любом случае, лол, играли, оказывается, лол. Я настолько увлекся своим поражением, что не заметил, как выиграл. Окей, ну, я думаю, на этом можно закончить потасовку, больше не вижу смысла, чтобы что-либо показывать. Поэтому благодарю всех за просмотр, ребят, ставьте уксы, подписывайтесь на канал, добавляйте рук себе, оставляйте комментарии. И опять 40 пыли. А с вами был Павел Первый, еще увидимся. Всем пока!